Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы для вас подготовили просто невероятнейший челлендж. Первый, кто лопнет все шары, заработает $1000. Каждый из нас скинулся кто сколько может, и получилась вот такая вот кругленькая сумма денег. Как я уже и сказала, $1000. Что же нужно сделать для того, чтобы выиграть... Бабки, бабки! Все, вот это. Итак, позади меня находится порядка 100 шаров. Их мы и будем лопать. Как же мы это будем делать, сейчас я вам расскажу. Итак, прошу внимания на ту красную табуретку. Именно она и будет зоной для взрывания шаров. Каждому из нас дается всего лишь один раунд и всего лишь один шанс заработать за этот челлендж $1000. Что же нужно делать? Итак, мы находимся здесь, берем любой понравившийся нам шар и бежим к этой табуретке. Прибежали. И пытаемся лопнуть шар. Лопать шар можно только лишь одним местом. Это той самой пятой точкой, которой я сейчас и пытаюсь лопнуть шар. Давайте я вам продемонстрирую, как это должно выглядеть. Примерно как-то так. Короче говоря, мы лопать шар можем лишь только задницей. Нельзя лопать шар грудью, животом, ногами, руками, головой, ухом, любыми другими частями тела. Лопать шар нельзя, только задницей. Далее мы прибегаем опять обратно на базу, берем следующий шарик и бежим обратно к стулу, взрываем его и все такое. Не знаю, говорила вам я или нет, но каждому из нас будет дано всего лишь 3 минуты. И тот, кто за 3 минуты лопнет больше всего шаров, тот и будет победителем данного челленджа. Но есть еще одна интересная загвоздка. Можно выбрать то, в чем ты будешь бегать. Первый вариант наших скороходов — это вот такие вот мохнатые тапки. Их плюс в том, что они очень-очень скользкие. В принципе, в них можно не то чтобы бежать, а в них можно прямо лететь. Смотрите. Они очень хорошо разгоняют. Следующий вариант — это не вот эти мохнатые тапки, а обычные носки, в которых мы все и находимся. У меня есть носки, у оператора есть носки, у Арсения есть носки, и у Басика есть носки, но он все равно в этом челлендже не участвует. В принципе, носки тоже скользят, но уже не так хорошо. И есть еще один вариант обуви. Это, конечно же, резиновые тапочки. Они вообще не скользят, они еще и грязные, но, может быть, кому-то в них будет удобнее бегать. Давайте проверим. То есть, ну, кажется, вот так это все происходит. Они, на самом деле, самые безопасные, потому что они не скользят, и риск того, что ты упадешь, ну, маловероятен. Ну что ж, правила, я думаю, ясны. Вам ясны, нам ясны. Так что предлагаю начинать. Поехали. И сейчас самое-самое главное. Мы должны все скинуться для того, чтобы определить, кто же из нас будет первый нарезать круги и лопать шарики. Суефа. Так, получается, первый. Почему? Я выиграл. Да. Вы проиграли. Ты типа хочешь последним бежать? Ну а кто? Кто выигрывает типа, всегда? Кто выигрывает, тот и бежит, человек, кто бежит. Я не понимаю просто. Я не хочу первый бежать. Окей, значит, Денис бежит последний. Сейчас мы узнаем, кто из нас побежит первый. Суефа. Я бегу первым. На самом деле это круто, я не понимаю, почему вдруг Денис, когда выиграл, захотел бежать последним, потому что первым здесь бежать намного круче. Во-первых, у тебя очень много шаров, вдруг я их сейчас все лопну, а вам деньги вообще не достанутся. Так что, лохи. Ну что ж, я забираю волосы, чтобы они мне совершенно не мешали. В качестве скороходов я выбираю вот такие вот тапки, потому что они скользят. И в принципе, я себя в них довольно-таки комфортно, уютно ощущаю, и постоянно я в них по дому скольжу, поэтому мне будет нормально. У Арсения уже находится в руках таймер, он уже готов, я надеюсь, поставить. Ну что ж, я на старте, беру первый шар. У тебя вообще план какой, сколько шаров лопнуть? Я хочу минимум штук 30 лопнуть. Я надеюсь, что я смогу это сделать. 30, да? Да, то есть по 10 шаров в минуту я должна лопнуть. Начинаем. Раз, два, три. Раз шарик. Это оказалось куда сложнее. Два. Три. Сколько там времени? Давай. Шесть. Болельщик, бац. Семь.
Две минуты! Нифига себе! То есть 7 шаров за минуту? Да. 8. У меня стул уехал. 9. У меня нету сил. 10. Это невероятно. Сложно. 11. Лох? Да. Минута осталась. Ну, капец! Это просто как вечность. 15. Давай, шарик, давай! 15. Баста, вообще в шоке. О боже мой. Давай. 18. Мне кажется, сейчас шансы победить у Дениса. У него масса тела самая большая. 15. 25. 4. 2. 1. Боже мой, это было так сложно. Мне кажется, мне надо почаще заниматься спортом. Считался? 21 шар. Но в принципе на 9 шаров, чем я планировала, меньше. Тем не менее, это был отличный вообще разминочный процесс. Просто трэш. 21 шар. Я не знаю почему, но я так запухалась сильно. Тут так жарко. Это просто невероятно. Басик, тебе мне понравилось. Басик, я лопнула 21 шар. И в принципе, у меня есть все шансы на победу. Возможно, я выиграю $1000 и куплю тебе кучу вкусняшек. Если вы болеете за меня прямо сейчас, ставьте лайк под этим видео и пишите в комментариях. Маша, вперед! Ну, а мы переходим к Денису. Ой, к Арсению. Бам! Все, настала моя очередь, да. Я буду бегать на СКА. Не знаю, я так захотел, поэтому буду в них. Мы сейчас проверим, в чем бегать быстрее. Все-таки в этих махровых, махновых тапочках, которые реально круто скользят, либо в носках. Итак, Арсений, ты готов? Да. 3, 2, 1, погнали! Нифига ты была громко. Держи шар, иначе упадешь, как я. Уже все, уже в глазах темнее, да? 16! Давай еще чуть-чуть! Это близок к моей цифре. 17! А у тебя сколько, Макс? 21! Жесть! 30 секунд! О! 18! 19! Нифига, еще 13 секунд! Давай, давай! 20! 20! 5! 4! 3! 2!
21, да? 21, столько же! Офигеть! Как твои ощущения? Это роскошь. Сейчас будет самое прикольное. Ходи, ходи, Арсений, надо ходить сейчас. Самое прикольное будет, если сейчас Денис побьет наш с Арсением рекорд и выбьет хотя бы 22 шара, тогда день не забирает он. Ну, а если так попадется, что мы выбьем все по 21 шару, нам придется делить $1000 на троих. В общем, как сейчас пойдет ситуация, мы только и узнаем. Сейчас. Потому что на самом деле все очень-очень сложно. У нас с Арсением одинаковые баллы, и все зависит от Дениса. Либо мы делим с Арсением выигрыш пополам, либо мы выигрыш делим на троих, либо уже весь выигрыш уйдет Денису. В общем, сейчас будет момент истины. Итак, с Дениса идет полная разминка перед забегом. Он решает выпить немножечко водички для подкрепления своих сил. Ну что, ты готов? Я так понимаю, ты будешь в резиновых тапочках, да? Не знаю, еще смотрю. Я тебя могу свои... Ой, без тапочек, без тапочек. А хочешь махровые потрогать? Не-не-не. Окей. Не, ну ты не переусердствуй. Готов? Стул поближе надо поставить. Да все, ну там и был. Сейчас через тренировку приду. Нормально, готов? Штаны завезу. Давай, завози их куда только. На счет три? Нет. Да давай уже. Отсюда начинай. Отсюда? Как откуда хочешь. 3, 2, 1, погнали. Первый шаг. Готов. Второй шаг пошел. Третий шаг в руках у Дениса. Он добегает до стула. Вот это стул. Вот это. Четвертый шаг. О! Вот это. Яйцо отбил. Денис бежит за пятым. Пятый шаг уже в руках. Давай, давай. Готово. Дыхалка на ноге. Пятый шаг. Стопай. Ей, это будет шестой шаг. Седьмой шаг в руках. Давай, восьмой. Время. Время. У тебя еще 1:50. Девятый шаг. Так, стул немножечко сверху, надо пододвинуть. Десять. Это первое очко. Очко. Полторы минуты у тебя. Давай. Чуть не помню.
Ну все хорошо. Еще бы столько побегал. Итак, подводим итоги данного челленджа. Денис, к сожалению, проиграл по всем фронтам. Не, ну там чуть-чуть мне дадите денежек, ладно? Бабки, бабки! За участие. Спасибо. И главный приз мы с Арсением делим пополам. Я тут на глаз отделяю. Ну, в принципе, неплохо, можно ну, сходить. Ну, глаз просто отделила, Арсений там. Закупиться, по-моему, я Арсению была больше. Нет, 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 у меня кучка меньше осталась. В общем, такие дела. Челлендж был интересный, веселый, боевой, спортивный. Мне очень понравилось, было максимально поучительно. Мы узнали очень многого за данное видео. То, что шарики нужно хорошо держать, стул тоже надо хорошо держать, чтобы не упасть. Скользят лучше всего все-таки меховые тапки. Почему? Потому что в них прям ездишь. Хорошо в носках. Нет, носки все равно. Не-не-не, носки должны быть тогда не хлопковые, чтобы они скользили. Короче говоря, не важно, все равно Арсений бегал в носках, я бегала в тапках. Но у Арсения был большой шаг, в общем, можно долго обсуждать все вот это. Суть остается одна, то что мы с Арсением выиграли и забрали сегодняшний куш. Ну а эти шарики я предлагаю сейчас лопнуть всем вместе. Ну а вам я хочу сказать всем большое спасибо за просмотр. Буду рада, если вы поставите и жмякните лайкос и подпишитесь на канал. Видос. Ну и на видос тоже. И до скорой встречи, увидимся с вами совсем скоро. Ролики выходят каждый день, так что подпишись. Всем пока.